В Туве в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели на пожаре трех людей, в том числе двух малолетних детей на Чабанской стоянке в местечке Эдыкхем села и Тоджинского района, выявлен факт убийства при превышении необходимой обороны. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе пожаротехническая экспертиза для установления причины возгорания. По версии следствия, в избушке на Чабанской стоянке 12 октября текущего года совместно распивали спиртное супружеская пара и трое гостей. В это время в доме также находились двое малолетних детей. Это трехлетний сын хозяйки дома и внук одной из гостей. Около 2 часов ночи, когда все остальные спали, между супругами возникла ссора, переросшая в драку. В ходе драки, предположительно от упавшей на пол керосиновой лампы, началось возгорание. В ходе драки хозяйка дома, явно превышая пределы необходимой обороны, нанесла удар ножом в область правого бедра своего супруга, причинив колото-резанную рану правого бедра с повреждением бедренной вены. В дальнейшем потерпевший от обильной кровопотери скончался во время доставления в медицинское учреждение. Находившиеся в горящей избушке двое взрослых успели спастись, а пожилая гостья с внуком, а также трехлетний сын хозяйки дома погибли.